Сегодня мы представляем трактор Ariant 640 C и пресс-подборщик Variant 450. Мы находимся в кабине трактора. У нас хорошая обзорность. Реверс-шифт для переключения передач направления движения вперед, нейтральное положение, назад. Также имеются органы управления передачами, ручной газ. Имеются органы управления, рычаги для переключения гидравлических секций. Есть терминалы навигационные. Установлен S7 с гидравлическим автопилотом. Есть пульт управления прессом Variant 450, где мы можем изменять плотность тюка, размер тюка, выставлять давление прессования, управление вязкой сетки. Трактор Ariant 640 и пресс-подборщик Variant 450 созданы друг для друга. Трактор очень надежный, так же, как и пресс-подборщик Variant 450. Большая производительность, маневренность, простота в управлении – это классная техника. Единиц техники у нас много, в числе этого много техники класс мы пользуемся на протяжении 15 лет. Три комбайна у нас зерновых, один Ягуар, заготовительный комбайн, Скорпион, погрузчик. Нынче приобрели еще трактор Lexion 960 и плюсом еще три зерноуборочных комбайна класс 570. Техника класс, она является одна из первых хозпроизводителей техники в мире. Будь моя воля, я бы на классе только работал, но не все зависит от нас. Класс – это техника, показывает себя с хорошей стороны. Понравился пресс, очень хороший. Плотность тюка очень хорошая. Понравилось, что выставляется диаметр разный. Где-то для любого хозяйства такие надо больше, надо меньше. Хороший пресс. Произвел впечатление. Нашему хозяйству этот пресс подошел бы, так как у нас в хозяйстве необходимость в 5 таких прессах, чтобы вовремя все вести, заготовку сена, соломы. Поэтому это должно быть производительно и все быстро, в кратчайшие сроки нужно заготавливать сенные дела.